сопернику себя здорово контратаковать, то вот сегодня и не только сегодня. 2-2. Нам не видно было. Степаняк пытался отбросить шайбу. Попал, по-моему, в соперника. Это Булис, насколько я понимаю. И Степаняк вынимает шайбу из ворота, отдает ее. Нет, Нестеров становится автором заброшенной шайбы. 2-2. Совершенно неожиданный поворот в сегодняшней встрече. Вы знаете, ну вот еще раз посмотрим. Попадает в него. Все чисто.